День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Новенький портфель, учебники, прописи, парты, школьная доска и первая учительница. Как все это дорого сердцу. 2 сентября в нашем ярко украшенном школьном дворе состоялась традиционная торжественная линейка, посвященная началу учебного года. В этот день распахнули двери в страну знаний более 800 учащихся. Прозвенел первый звонок для 120 первоклассников. Как всегда, на праздник собрались педагоги, ученики, родители. Присутствующие громкими аплодисментами приветствовали нынешних первоклашек, а также наших будущих выпускников, учащихся 11 А-класса. По традиции, с приветственной речью выступили директор школы и представители администрации Красносельского района. Они поздравили всех с началом нового школьного этапа, длиною в целый год, а первоклассников с двойным праздником – Днем знаний и началом интересного жизненного пути. Главные напутственные слова произнес Петр I. Царь велел уважать старших, хорошо учиться, беречь свою школу. Также линейку посетили и наши любимые литературные персонажи Фрекенбок и Карлсон, которые пели и танцевали вместе со школьниками, выясняя при этом, чей метод воспитания эффективнее. Поздравляем всех с начала учебного года и желаем творческих успехов, отличных оценок, новых свершений и великих побед!